Окей, сегодня 12.09.18 год. Мы взяли лодочку покататься. Лодочка дается всего на полчаса, но я надеюсь, что нам на покатушке этого хватит. Вот так выглядит наш пляж. Пляж, плая. Погода шикарная. Кораблики плывут на сауну. А мы до нее не доплывем за полчаса, это точно. Да, вот за 2 часа мы доплывем. Вот это отель Белива. Напротив нас отель Белива. Он то отель Кадаквеста. Как мы сегодня? Виахам сегодня? Вива Витхам. Вива Витхам сегодня. Виндсерфинг был. Но не факт, что он будет у них в следующем году. О, ветер поднялся. И мы пошли. То ветра не было, мы стояли. Моторка нас должна видеть теоретически. Сейчас снимем. Моторные суда теоретически должны уступать, обходить парусные, но не факт, что они это знают, поэтому мы сейчас пытаемся пройти сразу за ними. Лодочка, люди, хорошо, окей.